Чего игру смотреть? Режим «Достойное испытание» рассчитан на игроков, желающих испытать свои силы. Не, я не желаю. Вот умеренные трудности, это как это для меня. Короче, увлекательное приключение выбираем. Как перепугалась во сне. Что такое? Максималочка. А чего перепугалась? Что было? Ля, куда ты лапы тянешь? Кратос березку как без руков обнимает. Он русский. А ты что, по глазам не видишь? Ну, фига. Ну, классно у тебя джойстик, красненький. Да, мне тоже нравится, спасибо. Таня, решили, что ли? Нет. На гартике вчера была. Зафоловила, 10 минут сидела, пердела, потом... Фоллоу-мод ее выпустил, она такая, можно ссылка? Я говорю, это последняя на сегодня. Она такая, я что, 10 минут зря сидела? Будто ее кто-то заставлял. Или кто-то что-то обещал. Приснилось, что кто-то в дом пробрался и зову на помощь, но голоса не было. Вроде не самый страшный сон, но страх очень сильный прочувствовал. Бывает, бывает. Жутко, жутко. У меня вечно, когда я кричать пытаюсь во сне, у меня голоса нету. Да, иди проспись, брат. Привет, Макс Кул. Лицо ли за летух представили? Представила, да, и фига какое. Можно чуть погромче. Я вроде уже сделала, все равно тихо. Уже хватит. Кратос бывшую несет. Отмеченные деревья. Спуститесь вниз по реке. Красиво. Так, для управления лодкой используйте L. Фига, фига, скорость. Отец? Что? Что-то изменилось? Отец? Привет, славянин. Каким-то другим. Все истории про натоптыши пропустили. Ладно. Так, я себе еще погромче сделаю. Охренеть он, конечно. Жалко мне англо-озвучка. Да я бы ни хрена не поняла, я пришлось бы субтитры вечно читать. В боях и всякое такое. Угу. Че он вечно вниз-то смотрит, господи? Бедный пацан, зашугали. Это последнее. Угу. Ну. Перед сталкером, наверное, придется грейдить комп. Каким-то образом, не знаю. Чумаман. Но благо сталкер перенесли на декабрь уже. Я думаю, еще два раза перенесут, так что время будет апгрейдиться. В конце я не прошел к 100. А чё? Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Привет, платит. Притащите 4 кубометра дерева. У некоторых выставлять 30. Попробуем. Сейчас мне что-то даже не дают в менюху выйти. Пока что. На Sony, наверное, средневысокие настройки на 30 FPS и на PS5 60 FPS. Можно любой игре дать ограничение, любой кадровик. Ага, ага. Пошла ставить, ага. Будет не скоро, я так понимаю. Да. Если ты запаришься, проапгрейдишься, игра калом выйдет. Это не важно. Я же не только для сталкера. Ага. Вот что он вниз смотрит. Ну, грустненько, наверное, да. Не в себя играл просто. Саксакыч. Надо предложить ему переименоваться. Че, не кстати, в красненьких странишках. Их даже видно. И пупок видно. Пока врагов нет кучи. И что? Что с лицом жива? Не очень. В страничках, да, да.
Привет, привет, Лукас Искар. А когда их будет толпы тормозить, будет... Ух! Не кошмар. Я думала, после вчерашнего ТикТока проснусь знаменитая, кстати. Но нет. Все, кстати, до конца досмотрели. На улице плюс 3. А ты где живешь? В каком городе, месяц, в какой области? У него кратится был свой смал на Твиче в свое время. Да, фига, круто. Кемерово, соответственно, область Кемеровская. А, ну рядом. Ну да, плюс 3 у вас. Я, кстати, не смотрела, сколько сегодня в Новосибирске. Опа. Зажми. На, снежочек. Го в снежки играть. Я создал. Этот нож. Сибирь. Буквально принес последнее ее бревно, которое больше всей этой в 3 раза. Да. Досмотрел еще, как досмотрел. Там в конце просто самый цимис. Понял, с моей игру лучше не покупать. Чему умела? Ну, без стрима она ж не так тянет. Если ты ее стримить не собираешься, то думаю, терпимо. Мой лучший порт игр 4-й плойки. Стрим просто очень сильно тянет. Я вот без стрима игру включала, она, ну, но она у меня и так не лагает, она лагает в OBS. На кого идем? У меня она очень плавно выглядит. Days Gone лучше. Тесты смотреть. Ну да, сейчас инфы-то. Инфы-то дофига. Ладно. Сюда. Мне нравятся переходы из роликов в геймплей, типа когда так плавно за спину Кратоса переходит просто все. А игра вообще как коридорная? Или тут есть типа куда пробежаться? О, во, в OBS перестало лагать. Ну я не скажу, что сильно стромнее стало, ну типа... Ну типа по сравнению со Сталкером, вообще отлично. Могу, ты места не даешь, в смысле? Да подожди ты. Я тут лужи обследую. Фига, это что тут такое? Атаковать он не хочет. Только ходить могу. Больше ничего не могу. Угу, могу. Ага. Мне показалось, приятно открытый мир. Но активности всяких, конечно, хотелось бы получше. Так, ну тут ни хрена нету. Ну пройти сюда можно. Сталкер попущен. Сюжет больше всего удивил. Вроде можно бегать, всякие побочки делать. А Кир, по крайней мере, в каждую дыру заходил, что-то делал. Игра типа метроидвания. Типа. Можно ходить обследовать некоторые закоулки. Но в них что-то можно найти будет потом. А то сейчас я ничего не нашла вроде бы. Вот сюда еще как будто бы можно пройти. Мы не на охоту? Как же мы его игнорим? Мы не на охоту? Полуоткрытый мир. Геймдизайн печальный. Это, скорее всего, начало игры, мист. Скорее всего, мне, учитывая, что мне ничего не дают делать, кроме как идти, да? То, скорее всего, просто начало игры, тут сейчас обучение, все дела, поэтому ограничено все немного и пустовато. Я думаю, дальше будет лучше. Просто проблемы с общением, лучшая вайфу. Слышишь что-то? Да не, ветер, наверное. Что ты нашел? Про Days Gone. Следы. Следы? Поищу еще. Угу. Смотреться используйте... R. Ну да, это я пользовала. Для настройки параметров камеры нажмите, ага. Не, вроде нормальная чувствительность. Не, тут все супер симпотно выглядит. Угу, раз проблема, да. Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Батигнорщик, ходишь за ним. Ой. Хрен пойми зачем. Что теперь? Чтобы перепрыгнуть пропасть, нажмите кружочек. Опа! Идем сюда. Оп.
Фига, фига, он попрыгунчик. Стой, жестко лутай все. Сюда. Сейчас, если найдем, что лутать, то сразу. Ну-ка просто иди по сюжету. Да, да, я думаю, потом там все будет, но не сразу. Перелезьте, наклоните и нажмите. Ну, так вот, да? Угу. Ну да, тут типа обучение, тут пока. Ого, какой. Нашел! Помедленней. Красава. Прости. Указывай. Ты охотишься. Он за критика про эту игру, он снизил пару баллов за то, что Кратос слишком жесткий отец. У него какая-то личная психологическая травма. О, я нашла что-то. Такие. Мне это интересно, мы до туда сможем? Не, не хочет. Не хочет туда прыгать. Думала, может, мы зацепимся. Очень редкий олень. Привет, Аники. Он сломал мост. Алло. Как же нам перебраться? Отойди. Выбрать левиафан, нажмите. Прицелиться, удерживайте. Ага, бросить топор, R1 или R2. Иди. Иди. Ого, что тут было? Вернуть топор, нажмите. Прыгай, какашка, да. Вот же он! Стой! Жестко налутал полную платину Стима. Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Привет, красавчик. Извини меня. Я просто период в жизни. Вот если бы кто-то показал бесуху. Лучше. Ну, ради непростого периода в жизни, конечно, можно. Ощущаем, да. Сейчас у него глаза голубые. Я сказал, ищи. Что ты делаешь? Да. Редкий олень. Рогана ставили с подсветкой аж. Я, кстати, не рассказывала. Ой, у меня что-то Кратос сам бежит. А, это... Нет, ты не готов. Назад. Для слабой атаки, для сильной. На. Ну-ка. А сильная как выглядит? А, вот так. Блин, прикольно. Приятно ощущается. Приятно ощущается боевка. Но пока это не боевка, пока это избиение. Но все равно. День добрый, привет, Лампера. Я бы с таким батей. А мой, как по мне, примерно вот такой есть. Ну, раньше был. Ставить блок, удерживайте L1. Для уклонения используйте L. Потом нажмите X. А, поняла. Дико танчим. Никаких уклонений. Никакой защиты. Режим берсерка. Я хотела, чтобы меня такой батя заабьюзил. Фига, он еще и говорит, типа там, сзади, спереди. Прикольно. Получено ХП. ХП, XP. Блин, Лока, конечно. Олень пошел туда. Да погоди ты, я сам себе олень. О, ни хрена себе. Или пойду за тобой. Фига. Мне нравится способ открывания сундуков. Рубленное дерево. Зачем в сундуке хранить рубленное дерево? Мне кто-нибудь расскажет? Чё, за что? За что, мист, ты обзываешься? Вкус приятного постфактум. Спасибо, ти же мист. Ты даже не бист. Видимо, у тебя в настройках отключено было просто. Надо посмотреть, можешь включить, не знаю. У меня вообще нет желания туда заходить. Обидел так обидел. Собрать другой сундук. А, в плане лута тут для тебя будет полный кайф. Да? Ну, пока что-то как-то не особо ощутимо на самом деле. Пока что-то маловато. Сундук запечатан, руническая магия. Открыть его, найдите, разгадайте. Три печати. А в смысле разгадайте? А, их надо развалить просто. Такие разгадки по мне. Крушить. Это разгадки. Так, а как туда залезть? Или мне не надо туда залазить? Может быть, я могу... Вот так вот сделать, да?
Это все, что мы возьмем? Яблоко Идун. Легендарный предмет. Вы нашли одно из трех яблок Идун, необходимое для увеличения максимального здоровья. О, неплохо. Яблоки Идун являются любимой пищей богов. 9 таких яблок спрятаны в сундуках, запертых с помощью магии. Каждые 3 из них повышают максимальное здоровье Кратоса. Да, да. Если есть ХП, то это явно... В принципе, сама концепция ХП, она как бы заезжена. Хватит уже ее использовать. Геймделы. Лут, да. Да, кибербулинка с Вовкой вообще капец. Жопа отвалится. Я вчера, я реально, у меня аж слезы накатились. Мне так обидно стало. Вообще просто неимоверно. Мы делаем, что хотим. Оправданий не скинул нужно. С облака старое и все, кайф. Даже если ты перезапишешь самой игре сейв, скорее всего, они самостоятельно не синхронятся. Надо посмотреть. Надо посмотреть, может быть, все не потеряно еще. Половинку яблока сегодня кушала. Да, да, как всегда. Концепция видеоигры заезжена. Да, да. Вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Вот он не верит в себя или трезво оценивает свои возможности? Могу свой скинуть. А, сейф с этого, с чего сейф? С какой игры-то? Не, мне хочется свой сейф, если ты про хаус флиппер. Если ты про хаос флиппер, то я хочу чисто свой прогресс. Чё там? Погоди, тут двери какие-то. Точечка горит, но... Ага. В бою над врагом, который получил урон или был выбран целью Кратоса, отображается шкала здоровья. Логично. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Бой, you are not ready. Да, кстати, смотрела трудности перевода, что тут русские накосячили. Русские косипоши, локализаторы. Что он на английском всю дорогу зовет его бой. А у нас он его как только не зовет. Сыночка, лапочка, сосочка. Не раз как они подлетают от сильного удара. Что он делает? Боится? Я понять не могу. Мне почему-то со всем этим ассоциируется... Все это происходящее ассоциируется с рейтингом короля.